И поэтому этот метод называется переваривание. Переваривание самскары, то есть перекодирование. То есть эти события, когда они смотрятся с другой точки зрения, они перестают быть негативными. И в нашем сознании это событие обретает что-то позитивное. Если раньше оно, это событие, отравляло нашу жизнь, она была источником боли, там, переживаний, каких-то негативных качеств, да, то если мы меняем восприятие этого всего, оказывается, вещь-то позитивная. Никуда не девается эта самскара. Я могу помнить эти вещи, но теперь эти воспоминания порождают мне другие эмоции. И если бы это было легко сделать, мы бы все уже давно это сделали. Знаете, просто аутотренинг. Меня обокрали. Как это хорошо. Я все больше радуюсь, что меня обокрали. Как замечательно. Как мне повезло. Но, к сожалению, это не работает. Потому что если человек мог решить эту проблему сам, уже бы решил. Но проблема, что мы не можем поменять свое восприятие. Чтобы поменять свое восприятие, нужно посмотреть на ситуацию не своими глазами. Когда мы смотрим на нее своими глазами, вот мы и обижаемся. Потому что несправедливо. Классический пример из нашего детства. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. В чем проблема Тани? Мячик ей нравится. Хороший такой, славный мячик ей подарили. Супер мячик. Мячик упал в воду. Таня понимает, мячик накрылся, мячика нет. Истерика, горе. Приходит ее мама или воспитательница и говорит: «Таня, не плачь. Мячик резиновый, он не тонет». Меняется восприятие Тани. То есть у Тани было восприятие: мячик упал в воду, мячика больше нет, горе. Теперь восприятие этого события меняется. Мячик резиновый, мячик не утонул, все нормально. Таня успокаивается. Вот если бы вот эта вот воспитательница не пришла, Таня бы, ну, травма детства на всю жизнь. Потом трудно строить отношения, устраиваться на работу. Она боится мечей, она боится воды. Все плохо. Все. Негативная самскара. Дашь? Ее спасли. Ей поменяли восприятие. Принесли мяч. Она говорит: «А, все нормально, мячик резиновый. Спасибо, что изменили мое восприятие этой ситуации». И точно так же, если человек будет смотреть сам, то вот как он может, он уже смотрит. И ему плохо. Поэтому для того, чтобы переварить, нужно посмотреть не своими глазами. Нужно посмотреть на это.